Эх, знал бы, что столько надо тут этого физического труда, так и не занялся бы этой живописью. То ли дело писатель, господи, взял стопочку бумаги и пиши себе, хоть на пеньке, хоть где хочешь. Это. А это все скульптура Арсеньева тоже. Такая красивая скульптура была, сейчас не знаю, где она, в Эрмитаже. Он уже продавал. И тоже, да чё, большой натюрморт. Сейчас бы я бы вот этот же натюрморт вот так бы написал, бы, и мне достаточно было. А кто там этот? Может, придумал. Вот этот натюрморт я писал на всю жизнь, запомнил. Была война Ирака с Ираном, помните? И вот мне как-то тогда писал, и как-то мне тут красное с черным ассоциировало, нефть там, да. Нефть, пожар. Одна единственная такая, называется праздник. Вы сейчас сразу поймете, почему праздник. Праздник. Вот молодой, сколько энергии было. Не то, что сейчас я тебе все дохленькие пишу. Ух, какая. А сейчас вот не представляю, даже не скопировать, не то, что написать. Сколько всяких там этих черточек цветных. Да. Да. И все это тоже выставляла раньше так. Никто не заметил. У него нет бумажки, что он художник. А как бы там ему, как бы там ни показывай, что вот посмотрите, какая бумажка, вот на живопись посмотрите. Нет, нет бумажки, не художник, значит продавать эту живопись нельзя. Так в советское время он только в мастерской. Нигде, ни в какой галерее это было невозможно. И не было такого. Ну, в Санкт-Петербурге, но там только члены Союза продавали. Ой, какие красивые. Красные
А вот эти...